вскликнул от боли и погиб. В Челябинской области в селе Прохорово скончался 14-летний мальчик. В причинах его гибели сейчас разбираются следователи. Валерий, говорят, нормальный, хороший мальчик. Спокойно, хороший. То ли укусили, то ли чего. Как сообщили местные, в тот роковой день школьники пошли в соседнее село Прохорово поиграть в заброшенном клубе. Мальчик присел на доску, а потом вскрикнул от боли и скончался. Да, говорят, быстро ему, ну вот эти, делали, ну вот мальчишки-то ему и эти, ну искусственное дыхание, как делали, все, и быстро, говорит, так он, самое. Скорая приехала, но ребенка спасти не удалось. Сейчас свою проверку начали следователи. Известно, что сам школьник рос в полной семье в поселке Большое Баландино.